Всего на 2 дня в Ульяновск с гастролями приедет Татарский государственный академический театр имени Камала. Накануне Ульяновский драматический театр, где пройдут гастрольные спектакли, посетили директор театра Ильфир Якупов и народный артист Республики Татарстан Ильдус Габдрахманов. Очень высокий художественный уровень спектаклей буквально всех в этом театре. Этот театр знают везде, как бы и за рубежом, и в столицах. Этот театр очень имеет престижные награды и всяческие премии. Мы всегда рады приглашать на наши фестивали этот театр. И вот... Уже 27 апреля ульяновские зрители увидят спектакль «Угасшие звезды», поставленный по пьесе Карима Тинчурина, которую он написал в 1923 году. Постановку возродил Марсель Салимжанов в 1971 году, и почти через полстолетия пьеса во второй раз вернулась на подмостки театра Камала. Не надо, я думаю, рассказывать про спектакль «Угасшие звезды», потому что это классика, его каждый татарин знает. Это как «Голубая шаль», которую вот мы тоже до пресс-конференции рассказывали. А у татар есть такое интересное качество, ну, и у всех народов, наверное, есть. А у нас многие спектакли, некоторые произведения идут скоро 100 лет. Музыкальная комедия «Очарованный танцем» будет показана 28 апреля. Главную роль исполняет народный артист Республики Татарстан, актер театра и кино Ильдус Габдрахманов. Этот спектакль вообще, он подразумевался, он одноразовый проект был на мой юбилей. Бенефис. Бенефис, да. Это Ильгиз Зайниев, он сейчас художественный руководитель кукольного театра «Акет». Он и драматург. Он предложил, говорит, я могу написать. Вот, и всем понравилось. И попросили сделать продолжение. Вот, давайте, говорит, зачем оставлять этот вариант? Пусть, говорит, увеличится до 2 актов и сделали полноценный спектакль. В постановку вошло около 10 танцев, начиная с джаз-панка и массового степа и заканчивая хип-хопом, танго и фокстротом. Девиз спектакля «Никто не уйдет разочарованным». Спектакли будут сыграны на татарском языке с синхронным переводом на русский. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.